Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Aerocool – партнер проекта Intel Challenge. Играй и побеждай с Aerocool. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Ну что ж, друзья, мы переходим к нашему второму матчу сегодняшнего дня между Virtus.pro и TMS, студии TAFA, и очередные игры Intel Challenge, очередной матч Intel Challenge вот-вот начнется. Кстати, вот может быть на сегодня это будет последний матч, если команда TMS обыграет Virtus.pro. Это очень многое решит, да, и решит, наверное, в этой группе все. Туда же я только что вот, вроде бы стоял с некоторыми игроками команды TMS, и парни говорят, что им их вроде бы даже устраивает ничья в этом матче. Ну, кстати, не знаю, насколько их вот ничья устроит в этом матче, честно. Но вроде бы говорят, что и ничья их также устроит. Видимо, у них там лучше либо разница, либо, может быть, очные встречи с командой Virtus.pro. Так я и не понимаю. Ну, наверное, все-таки раунд решают. Наверное, да, ребята лучше знают правила, конечно же, чем и я. И поэтому... Поэтому Virtus.pro нужна только победа в этой игре. Но вроде бы весь состав, по крайней мере, по никам. Нелепость, Талисман, Вовкин, Алекс Колесников и Финн. Вот так вот. Ну и команда TMS мы только что видели. Трансик, Призрак, Ромчик, Шара и Рила. Вот таким составом они сейчас выступают. Ну и вот сейчас все и решится. Но я видел тут только что писал Транс, что у него лосы были. Пинг 61, Рила 38, 62, Ромчик, 45, Призрак, 65, Шара. Ого. Ну, такой немалый пинг. Не знаю, может быть, это в арене сейчас что-то с пингом случилось. Ну, 54, 51, 74 у Вовкина. Ну, тоже большой пинг из России. В принципе, он будет, наверное... Ну, нет, все-таки в ВП, наверное, я бы сказал, бы пинг получше будет. Вот 38 только у Рилы. У остальных, конечно, пожестче намного. У Вовкина вообще 74. Ну, только что ТМС играли. И нормально у них все было. Я думаю, сейчас ВП и ТМС все-таки как-то... Да и сыграют эту встречу, ждем рестартов, ждем начала игры. Вот они, в принципе, должны вот-вот-вот уже начаться. Вот стоят на респе сейчас ТМС, видимо, что-то, ну, либо обсуждают, либо шифруют. И вот совсем скоро пойдет эта игра. И я думаю, матч будет замечательный и интересный. Ау, пожалуйста, Reconnect Hill TV. Ну и надеюсь, что сервер останется прежним. Сейчас нам переподключат все наши приколы по этому матчу. И дальше будет, наверное, что-то все-таки повеселее. Кстати, процент ставок я так и не посмотрел между делом, между матчами. Но, в принципе, это тоже не слишком страшно. Так, ну, сейчас немножечко мой худ вот поколбасит немного, но это ненадолго. Это ненадолго. Ждем буфера. Ждем буфера. А, могу сказать вам пока что, наверное, вот статистику на данный момент в Intel Challenge, вы не поверите, но по-прежнему... Даже не по-прежнему, вот сейчас в лучшие игроки вырвался Эдик из команды Moscow 5. Рейтинг 1.65 КД. Очень хороший. Второй Пита, третий Гитрайт, четвертый Нуги, пятый Нео, Экзист, шестой, седьмой Тасс, восьмой Трейс, девятый, десятый, два российских игрока. Кио, Кио Кен и Халли. Ну, такая интересная статистика. Лучшей командой на чемпионате вот в первом групповом этапе Intel Challenge является команда Fnatic с рейтингом общим 1.4. МТВ вторые 1.25. Team Cooler Master 1.22, Frag Executors 1.21, SK Gaming 2.1.21,
Moscow 5 идут шестыми, Existence 7, Tau 8, Rage Gaming 9 и 10 USSR. Вот лучшим, это список лучших команд по рейтингу. Ну, мы ждем буфер. У нас, мы видим, будет карта очень веселая. Денюк, я бы все-таки, наверное, в первую очередь бы сказал, что... Так, поправим худ, что все-таки эта карта... Ух ты, как лагает. Эта карта лучше для команды Virtus.pro. Хотя у них тут тоже спорные результаты. Интерп ставится на 0.15, непонятно. Ну, в принципе, не страшно. Все равно не страшно. Наверное, для ТМС они сейчас настроены по-боевому. Конечно, у ВП там свои были проблемы. Какие-то после Асуса развалы внутри команды. Все-таки надеюсь, что они чем-то закончились. И сейчас команда сыграет так, как ей это нужно. Ну что ж, начинаем. Virtus.pro, ТМС. Первый пистолетный раунд. ВП, как я понял, атакуют. Либо сейчас будет раунд у ножах. Фристайм стоит большой. Поэтому, в принципе, мы ничего не пропустим. Ну и, кстати, давайте по писал раунд овервью вам расскажу вот такую статистику. МТВ, Mortal Teamwork, 83% пистолетных раундов выиграно, 75% у Moscow 5, 75% у Escalade, 75% у Fnatic и 66,7% у команды SK. Так, ребята, это действительно пистолетный раунд. Первый минус от нелепости с дигла. Олег с диглом, два дигла. Ну, можно и на Б выйти. Неужели нелепость прошил? Неужели нелепость прошил 9 в начале раунда? Я в это не верю, по-моему, в пристройке кого-то убивали. Это он... Ну вот, пожалуйста, минус от Вовкина. Выход на плент начинается потихоньку. И тут очень легко отстреливают. Вообще, что делает ТМС? Непонятно в этом матче. Трансик остается. Ой-ой-ой, один вылетает из будки. Минус два, выбивает плент. Там кто-то прыгал за будкой, скрипит дверь. Еще один соперник, не получилось. Раунд за командой Virtus.pro, 1-0 в этом матче. ВП также хотят продолжить свое участие в Intel Challenge, я уверен. И парням сейчас нужно сыграть эти два матча крайне, крайне круто. И нужна победа. Вот сейчас парням нужна победа в матче с ТМС. Потому что следующий матч может быть вообще не важен и никому не нужен. Если Virtus.pro не смогут одолеть команду Virtus.pro. Начинают они в атаке на нюке. И в принципе взяли пистолетный раунд. И пока все идет хорошо. Ну, мы видели, что ТМС тоже могут вытягивать. Сейчас будет выход на аплен. Дали флешки, не чекают вверх. Уже вышла труба, прочекали вверх. Минус от нелепости, минус Ромчик. Ну и здесь уже призрак Бэплэнд. Там же трансик, Рела улица и шара в ангаре. Ну, тут, в принципе, без каких-либо шансов сейчас выйдут на отстрел. Минус от шары. Ну, здесь уже побежал. Там Лекс тоже загонять кого-то с дигла. Не знаю, не знаю. Ну, и вот два игрока сейчас перед каналами тусуются. Ждут. Может быть, кто-то спустится к ним в каналы, но аккуратно играют Virtus.pro. На улице Рела мог дать еще один минус, не пошел. Ну и Трансик с призраком попытаются, может быть, подняться в последнюю секунду, но не думаю, не думаю. Нет, все-таки один разбил канал, и Трансик решил пойти уже на лестнице. Диффузов нет, но все-таки сейчас попытаются забрать пару девайсов. И нет, минус за трубой не прошел. Сейчас, может быть, призрак подымется. Нет, он пойдет из той же трубы, уже не успеет. Сейчас он взорвется по таймингу, он немного не успевает. Да, взорвался, и это 2-0. Ну, тут все понятно, тут должен быть эко у команды ТМС. И только после этого у нас начнется веселая игра на карте Денюк между Virtus.pro и ТМС. Для ТМС это последняя карта на чемпионате. Ну, не на чемпионате, а в этом первом групповом этапе. Для команды Virtus.pro это предпоследняя игра. Следующая их игра будет... Следующая на нашем стриме игра Virtus.pro против Алхимиков. Ну и вот он, должен быть еще один эко. Давайте смотреть, хае у призрака, флешка в будку, отфлешивает нелепость. 3Б, трое на рампах, призрак улицы с шарой. И тут также без проблем для команды Virtus.pro должно все закончиться. Хотя еще увидим, что будет дальше и чем эта вся игра может закончиться. Чуть-чуть попозже. Игра может... Ой. Второй тафа появился на стриме, ну все, исчез наконец-то. Смотрите, что происходит. 3 на 3. 3 на 3. Шара. Очень важно. Нет, не получается. Не получается и у призрака. И 4 хп у Ромчика. У него тоже ничего не получится. Он может только разбиться. Вот максимум, который у него может получиться в этом эпизоде. Ну и вот погибает он. 3-0 в пользу Virtus.pro. Ну, это только начало матча. Я уверен, что дальше игра может быть поинтересней и пожестче. Ну, увидим. Так, оп. Маленький звук из скайпа.
Ну и продолжаем смотреть за игрой. Есть девайсы. Шара первый минус делает на улице. Минус нелепость. Virtus.pro остаются вчетвером. Ну и посмотрим, что ВП-то придумают сейчас. Вовкин улица. Алексей Лекс Колесников у нас идет к трансику на рампы. Причем сам стоит в дымах пока что. Призрак уже на Б поднимается вторым хелпующим. Моменталка от Фина. И запускать Лекса он сейчас будет. Проходит Лекс на рампы. И до минус 2 хедшотами от Лекса. Но это просто развал какой-то на точке. Ромчик шьет. Прыгает ХЛТВ. Шара дает минус. 3 в 3. На Б пробивают сейчас игроки ВП. Рила со спины попалился по звуку. Справа Лекс, он его услышал. Минус плантящий. Минус от Лекса. Шара на длине уже. Нет, по-моему, даже не на длине. Он на ложном пленте. Минус от Ромчика. И талисман один. Бомба не стоит. Шара на великолепной позиции. Вообще его здесь не ждут. Он тут контролит бомбу. О, ну тут попал талисман, по-моему, в сказку под названием карта Денюк. Ну и, конечно, на Б-планте ему трудно будет сейчас размансовать двоих игроков. Ромчик, видите, перед каналом. Времени 28 секунд. И тут, конечно, талисман может долго ползать, но задача у него одна. Забрать бомбу и дать минус 2. Либо забрать бомбу, поставить, взорвать. Ну, выиграть раунд, в общем-то. Выиграть раунд. Вот одного увидел, отстрелился Ромчик. Вот и Шара включился в игру. 3-1. Первый раунд для ТМС защите. И вот теперь посмотрим, смогут ли второй подряд выиграть парни из команды Team Style. Они же ТМС. Хороший респаун. Хороший респаун. Нелепости. Стелин, конечно, дальний. 4 игрока. Посмотрим, что у нас у защиты. Вот тут вот очень ближние такие респы дефенса. Ну и вот смотрим на карту и смотрим за тем, как будут держать сейчас команды свои позиции. Смотрим за Шара. Он уходит на улицу. 2Б, 2-9. И фаст раунд от команды Virtus.pro. Будет ли отфлешивание на пленте? Будет ли хилпа? Ошел 9. Шара с улицы шьет дверь. Тут отфлешили. Остановился. Нелепость. Вовкин минус. Он уже на пленте. Снимает Ромчика. Ну и, по-моему, здесь вот будет отфлешивание, выбивание. Вышел с канала игрок. Сейчас его там, наверное, убьют. Слишком глубоко вышел призрак. Но дал минус 1. Рела помог. Рела минус 2 с девятки. План стоит. 3 в 2 выбивание. Смотрим за Шарой. Он в дыму выходит. И дает страшный хэдшот. Видит еще игрока. Вводит он там, конечно, жуткий зажим. Двое должны сейчас снять последнего игрока. Падает на плен трансик. И это 3-2 для команды ТМС. Ну, скорее для команды Virtus.pro. ТМС пока проигрывают. Бомбу ставили. 2200 по деньгам. $2200 сейчас зайдет команде Virtus.pro. Плюс то, что было. И, возможно, у нас еще один бай парни сейчас сыграют. Хотя давайте посмотрим, что же они решают. По-моему, действительно очень-очень похоже на то, что... Нет, волевая закупка, это просто ва-банк. Ва-банк идет команда Virtus.pro. У нас есть Дигл, по-моему, пару Галилов. Вот мы видим два Дигла, точно есть. Калаш, Галил и флешка. И Ромчик уже снимает Колесникова. По-моему, это было где-то вот на улице или на двери. Наверное, на двери, да. Очень быстро идет улица, там Шара должен включиться в борьбу. На будке есть минус, смотрим за Шарой. Вот за ангаром есть игрок и еще один игрок на улице. Он чуть-чуть отходит назад, вот сейчас... По-моему, должен увидеть краем глаза, да, игрока в ангаре. У него не очень хорошая позиция. Все равно перестреливается Шара, дает минус. Там еще один террорист увидел талисман. И видите, что вот к чему приводят раунды без девайсов, с диглами. Потому что просто без потерь все выигрывается. Это 3-3. И уже хорошая экономика для команды ТМС. И просто ни о чем экономика для Virtus.pro. Да не то, что ни о чем. Парням сейчас нужно играть эко. Это 4-3. Ну и потом, если ТМС сейчас лишних девайсов не отдадут, они еще 2-3 раунда на девайсах повоюют с Virtus.pro. Да, и вот обычно последние матчи вот Virtus.pro, Ironville, которые я видел на нюке, вот они заканчивались хорошо, если команда Virtus.pro хорошо начинала за атаку и набирала там 6, 7, 8, 9 раундов. Если у них это не получалось, то все было намного сложнее. Но тут вопрос в другом. Команда ТМС атакует, будет атаковать очень, не очень, точнее, хорошо. И не факт, что у них, если они там не возьмут пистолетный раунд, вообще получится хоть что-то взять в атаке. Такой вариант событий мы тоже... ну, ожидаем. Но как оно получится, мы уже совсем скоро с вами узнаем. Пока счет 4-3 уже в пользу команды ТМС. И смотрим за Виртусами. Есть на респе у нас Колесников, он же Лекс. Один ближний респаун. И, возможно, вот он по нему как-то, а может быть, даже и удачно сыграет. Сейчас посмотрим. Хотелось бы в это верить. Ну, давайте смотреть вообще. Давайте смотреть за игрой. Не придумывать ничего. Ромчик минус 2 делает. Поджим с рамп. Ну, как же тут Лек застрелял все-таки. Занял сразу позицию на приемнике. Дверь открылась. Там, конечно, Ромчик с Релой сделали ветер. Ну, не знаю, как Рела, но Ромчик точно минус 2 сделал. Хае плюс Кольт.
Лео, смотрите, что вытворяет просто. Вот смотрите, что вытворяет парень. Прострелите меня, называется прием. Нет, он хочет врываться. Хочет врываться. И врывается. И видит, по-моему, двоих увидел. Дал инфу. И смотрим сзади, если Мишара прошивает. 4 в 3, хорошее преимущество. Вот Рела слишком агрессивно. Вот я только сказал, снимают Рела. Минус от Ромчика. У нас, по-моему, уже выход на план сейчас будет. Смотрим за Ромчиком и Шара. Шара 13. Его сейчас первого сниму. Да, минус Шара. Ой-ой-ой, Ромчик перед будкой. Минус от Ромчика. Падает Плент. Видит последнего. Надо аккуратно сыграть. Не умирать сейчас. Ромчик идеально уходит. Призрак приходит на хелпу. И вот тут у призрака вопрос. Один в один. Призрак против Фина. Дверь скрипит. И кто есть? Призрак, по-моему, на релоуде поймал Фина. Фин там менял пушки. По-моему, у него закончились действительно патроны. Ему не повезло. 5-3 в пользу ТМС. Смотрим. Без Плента раунд для команды ВП. Ну, пошли, видим, аккаунт у Вовкина. Аккаунт Лисмана. Галилу нелепости и какие-то там калаши, и, наверное, какой-то еще калаш. Все-таки байб должен быть у Виртусов. Поэтому продолжаем смотреть за матчем. Ну, действительно, действительно мы видим, что Шару не очень понравился пинг. И, конечно, пинг большой в этом матче, очень большой пинг для одной и второй команды, просто сумасшедший. Первый минус от ВП, кстати, прошел. Большой размен, 3 в 3, но есть красный Рила. Шара сотый, призрак сотый, и почти все красные у команды Virtus.pro идет. Вот Шара, ой, как попал! Шара нелепости, просто засандалил через стенку. Жестокую плюху, вот Рила, я не знаю, зачем он на хилпе отдался. И, конечно, вот хилпа будет теперь решать. Смотрим за призраком, Костя может двоих еще забрать. Это его задача, наверное, в данном раскладе. О, Шара на себя отвлекал внимание. И вот призрак, опа, минус 2. Ух, чуть-чуть не довел, Фин 31. Как это все могло плачевно закончиться для ВП. Но, тем не менее, они берут раунд четвертый. И игра просто жесть. Это битва за выход, друзья. Это просто здесь сейчас, наверное, все в этом матче решается. Ну, по крайней мере, для команды ТМС. Это их последний матч. Если они выиграют, они уже выходят, даже если сыграют ничего, они выходят со второго места. И последний матч Virtus.pro, алхимики ничего не решают. Но если выиграют Virtus.a, если они выиграют еще потом у норвежцев, то именно Virtus.pro сможет выйти дальше. Тоже интересный... Интересное развитие событий. Будка поджим был сейчас. Вот я не видел, где этот игрок-то. Куда он уже отошел у нас? Поджимающий будку. Вот он, Ромчик. Он плотную стал перед будкой. Двое скала у Virtus.pro. Талисман очень близко под бэк трансику идет. Ну, ладно. Продолжаем пока смотреть за событием перед будкой. Нужно уже, наверное, включать трансика. Будет здесь сейчас война. Под флеш вошел призрак. Сейчас, ой, как-то неаккуратно играют. ТМС. Какой бред вообще происходит на рампах. Минус 2. Тяжело, конечно, там было трансику в той ситуации, но... Позицию он выбрал не самую лучшую. И Virtus.pro сейчас возьмут-то пятый раунд. И, конечно, шансов у ТМС просто все меньше, меньше и меньше. С каждой секундой Virtus.pro идут к тому, что они одержат победу в этой игре. И, возможно, выйдут дальше. Они сейчас сыграют, просто стараются, видимо, всей силой. Напомню, что предыдущая игра ТМС Алхимики закончилась на Инферно со счетом 15-15. А у Virtus.pro в чем их бонус в этих последних играх? То, что именно команда Virtus.pro выбирала карту против ТМС. И именно команда Virtus.pro выберет карту против Алхимиков в следующем матче. Но опять же могу еще раз вам напомнить, следующий матч, возможно, могу не комментировать, потому что если ТМС выиграют или сыграют в ничью. Потому что последняя игра ничего не будет решать. Но... Кто его знает? Кто его знает, что будет дальше? Вот, судя по счету, команда Virtus.pro не согласна вообще вот с таким развитием событий. В смысле, если ТМС выйдут, а ВП останутся за бортом. И сейчас, конечно же, ребята просто делают все, чтобы сыграть положительно для себя в этом матче. Ну, по-моему, есть девайсы у ТМС последние. Ну, и то это волевая закупка. Я видел кольт у Рилы. Может быть, это сейф. Может, я что-то пропустил. Дигл у Ромчика. Не знаю, с чем... Ну, есть набор полный гранат. По-моему, что-то похоже на какой-то немножечко извращенный эк-раунд. Нелепость по улице проходит. Двое на приемнике. Талисман смотрит дверь. Смотрим за нелепостью. Ему сейчас туда все хае пойдут. Открыли дверь. Ох, как тут насовали гранатами нелепость. Вылетает от него какой-то там дым. Но это уже было поздно. Вот эта четвертая хаешка лишняя. И все, смотрите, двое на рампах. Третий, четвертый, все на рампах. Уже двое на Б. Колесников и Вовкин уже на Б-пленте. Вот сейчас выходят с рампы. И, конечно же, тут трудно будет выбить. Ну, Ромчик тут уже девайс забрали. Как-то тиммейты не сказали, что Шара уже пробежал. Там уже со спины пытается обойти. Уже Вовкин уже бегает понизу. Да и вообще, в принципе, наверное, тут... Никого уже не поймать. Вовкин уже по длину пришел. И сейчас тут будет перехватывать Ромчика и Транс.
Смотрим внимательно. Вот они. Минус один. 11 хп. Стал спиной. Оу, какой тайминг. Трансик не дал минус. Да ладно. Призрак с шарой все-таки загнали талисмана. 2-3 на 3 ситуация. Но тут уже никто ничего не выиграет. Шара зря полез. Ну, тут даже не то, что зря полез. Тут уже перестрелка была. Уже Лекс на них пошел. Дал 2 минуса. Рила последний с кольтом. И это 6-й раунд для ВП в атаке. И вот только недавно я говорил, что если ВП начнут успешно, то, наверное, тут все закончится для ТМС. Уже можно сказать, что ВП успешно играют. 6-й раунд они выиграли в этом матче. И пока 6-5 в пользу Virtus.pro. Наверное, трудно будет ТМС последние 4 раунда. Но от этих 4 раундов тоже может очень многое зависеть. ТМС очень важно сейчас со своей стороны сыграть крайне круто в защите. Ну, вообще, матч мне очень нравится. Тут интрига будет до самого конца, и, конечно же, игра очень прикольная. Ну что, открывается дверь. Никто не идет. Вовкин фастом идет по длине, почему-то по улице. Непонятно, что тут, какой план у Virtus.pro. Проходит дальше. Включим ВХ. Давайте посмотрим, что здесь может быть. По-моему, пока никого нету. Вот на улице прямо был игрок. Увидел Вовкина, но отошел там в дым. Игрок атаки проходил. Сейчас защита. Ромчик спиной пробежал. Не знаю, слышал он или нет. Но будет сплит на А сейчас, сплит на плент, наверное, флешки с улицы, Колесников, Талисман и Финн тут тоже будут рываться звери. Но тут надо дойти еще до позиции, чтобы делать этот самый пресловутый сплит. Подсадка от Трансика, он видит, говорит, что мама, спаси меня, роди меня обратно, я не хочу перестреливаться на улице с Virtus.pro. Но тем не менее дает минус, минус от призрака, флешка от флешивания, по-моему, дым даже был сверху. Зашли на точку и сейчас... Будка, минус Рела. Ну где же там игрок был? Призрак в девятке. Трансик тоже. Шара с Б. Ого, какой хедшот от Фина. Залетает минус от Колесникова. Минус 2 и 7-5. Наверное, Virtus.pro сейчас придавят. Просто придавят команду ТМС окончательно. Тут уже, наверное, их ничего не спасет. Ну что ж. Я не знаю, ребят, что вы думаете, зрители дорогие, но я уже думаю, что команде ТМС, ну, практически нереально будет сделать камбэк во второй половине. Вот я не уверен, что они так смогут прикольно атаковать, как сейчас получается у Virtus.pro. Virtus.pro просто взялись, по-моему, плотно за игру и раздают очень дико. Вот где же такая игра была на Асусе такая вот, с таким настроем? Призрак и Рела вдвоем остаются. Финн должен забрать бомбу. Забирает. Рела дал минус. Ну, он один остался. Все. Один Рела. Нелепо снял призрака. Это 8-й раунд для ВП. Ну, тут уже все. ТМСом будет крайне сложно вообще. 2 раунда остается. Хотя, конечно, да, есть вот вариант, если команда ТМС так же, как ВП, смогут взять пистолетку, смогут 3-0 повести в счете. А там с чем черт не шутит, можно выиграть оружейный. Дальше опять эко. Дальше уже 5-0. Ого-го. И камбэк пошел. Но не факт. Это уже мы узнаем через 2 раунда. Начнется все с пистолетного. Сейчас команде ТМС нужно взять 2 последних раунда. Просто кровь из носу. Но ВП, по-моему, настроенный на изничтожение. Лек степом заходит на точку. Видит 9, отдался. Немножечко рискованно был вообще весь раунд. Минус от Ромчика, минус от нелепости, минус от Рилы. Минус Финн неудачно вышел. Ну и Вовкин остается один. Ну, бредораунд такой получился у команды после первого неудачного захода от Лекса. Ну, видимо, они угадали с респами. Кто его знает? 8-6. Последний раунд первой половины. Игра продолжается. Конечно, очень дико. Очень дико играют сейчас Virtus.pro за атаку. 8 раундов. Это очень круто. Это вообще замечательно. Это шикарно. Это супер. Но, правда, соперник всегда может сделать... Ну, практически всегда может сделать больше. И, ну, это, наверное... Больше он не сможет сделать, если только 15-0 выиграть. То Лекс улица, нелепость уже в будке. Вот сейчас Релу могут поймать. Вот он, нелепость. Ой, какой, ой-ой-ой-ой, на ровном месте. Просто бред вообще. Фейл, эпичный фейл. Такая ошибка, не ждать будку. Минус от Вовкина. И все, Трансик, наверное, в шоке вообще. Что здесь происходит? По-моему, дали еще с ВП, по-моему, по булкам только что. 46 осталось. Кто у нас с ВП? Лекс с ВП за это. Вот так вот. Все. Вообще, по-моему, почувствовал силу Лекс Колесников со своей командой. Ромчик дико жмет, не убивает, нелепо сделает минус. Призрак и Трансик вдвоем. Минус от призрака. Ему дали кучу дэмэджа. Он еще минус сделает. Падает плент. Где же Трансик? Где? Трансик спешит на помощь. Куда он уходит с точки? Вернись в семью, малыш. Там же бомба упал. Не хочет. Ну, Трансик что-то придумал. А смотрим, что придумал.
Бомба у призрака. Бомба лежит у призрака на Б. Нет, ее забрали уже. Все, я понял. Я понял, почему Трансик убежал. Потому что бомбу забрал Финн. Бомба уже на А ставится. Дымом закрывают улицу. Сюда же дают флэш. Нелепость прикрывает. Лекс прикрывает. Вот Лекс первый претендент на то, что умереть, если ему сейчас туда подкинут на дверь что-нибудь. Или в призрак просто что-то. Нет. Нет, нет, призрак даже не видел Лекса, а Лекс как раз его СВП отличненько видел и дал минус, минус Трансик, 9-6. Ну, отличный счет вообще, отличный счет, отличная игра от Virtus.pro, и теперь им нужно только, ну, сделать малое, наверное, взять 6 раундов в защите на карте Денюк из 15. Ну, задача ТМС взять 10 за атаку, либо 9, да, 9, задача ТМС 9, им этого хватит, им хватит сейчас ничейного результата. По-моему, хватит им ничейного результата для выхода. Может быть, ТМС им... я вам соврал, а ТМС мне соврали. Ну, давайте посмотрим. Вот если играют ТМС в ничью, у них будет 6 матчей, 6 очков. Да, ничья вообще им никак не помогает. Что-то меня запарили парни из команды ТМС очень плотно. Их ничья никак не устраивает в этом матче, им нужна только победа. Им нужна только победа. Уточнил я результат, поэтому... Поэтому, ребят, давайте смотреть за продолжением. Только победа для ТМС. Это немножко меняет, наверное, все приколы в группе. Как-то ТМС... А если вы представляете, если ТМС сейчас думает, что им хватит ничьи, это тоже будет... Видимо, они что-то там в таблице перепутали вообще. Сейчас, да, сыграть ничью, 6 очков будет у ТМС. Это будет 3 ничьи и 1 победа. А у ВП будет 5 очков и матч с алхимиками. То есть там берут ВП матч с алхимиками, или алхимики берут матч с ВП, и все. Либо те обходят ТМС. Ну что ж, пистолеты нелепость спалит улицу. Видит, что там много, много игроков атаки. О, это решили, по-моему, сейчас интересный раунд показать нам ТМС. Главное, делать его нужно быстро, потому что уже минута 10, а здесь мы вот с пятой попытки подсаживаем игрока. Нет, не с пятой, здесь отлично подсадили, Ромчик. Уже перестрелка. Да что, чего через скалу не делать этот раунд? Вот почему не делать этот раунд через скалу, чтобы вот такого не происходило? Либо первых подсаживать просто вдвоем. Ну вот минус близко, минус близко. Все, уже раунд не будут делать, наверное. Будут? Вот они сейчас решают, спорят между собой, делать или не делать. Один говорит, нас запалили, давайте не делать. Второй говорит, да, давайте делать, потому что мы же это хотели сделать. Это прикольная фишка. Но, с другой стороны, тут контроль игрок из девятки. Да, 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 ушли назад. Шары у Колесников с приемника уже на поджиме работает. Надо было делать, наверное, все-таки. Свой раунд. Минус еще от Лекса. Минус от Талисмана. И можно сказать, наверное, привет команде ТМС. Ну и привет скажет команде ТМС международный кубок Intel Challenge International Cup. Только с 3-4 места туда можно попасть. Ну, либо начиная сразу в нем, с первого группового этапа. Потому что сейчас команды, которые займут 3-4 места в группах, они попадут во второй групповой этап международного International... Просто International Кубка от Intel Challenge. Там тоже можно выиграть $1000 за первое место. Там тоже есть... интересные призы, коллективы и все такое. Но все, давайте смотреть, конечно, за этой игрой. Но мне кажется, что ТМС уже ничего не смогут сделать. Минус от призрака, минус Лекс. Минус от Лекса, минус от Фина. Сейчас его могут тут с дигла немножечко настрелять. Нет, это Вовкин даже был. Ромчик минус сделал Вовкин. Вот он и Фин появился. 2-3. Фина могут загнать. Он выбивает плент. И Ромчик один. И уже нелепость мычит просто с хеклером. На Ромчика. Ромчик с нелепостью неудачно пострелялся. Нелепость забирает девайс. 11-6. Ну и что? Шансов у ТМС все меньше и меньше. Ну и теперь смотрим, будет волевая закупка или нет. А я думаю, что будет. Я думаю, что они сейчас... Эх, да черт с ним. Купим мы уже что-нибудь и пойдем дальше. Хотя, вроде не берут. Нет, не берут, играют эко. Ну и молодцы. Да, конечно, в этой группе была бы веселая ситуация, если бы ТМС не шалили в первом матче. И, конечно же, если бы они выиграли у алхимиков, тут могло все завершиться так, что у трех команд было бы по 7 очков. И тут был бы вообще мега развал.
если бы ТМС выиграли у Алхимиков, ВП выиграли у ТМС, а потом Алхимики выиграли у ВП. Это было бы, конечно, из ряда вон. Но не сегодня. Не сегодня. Не знаю, что с пингом, что с серверами шара. Тут в чате очень много жалуются на все это дело. Я не вижу сообщений, потому что у меня хуцает текст 0 стоит. Двойное преимущество у Virtus.pro. Тут, конечно, обе команды играют в равных условиях. Но что-то сегодня действительно, вот весь день я смотрю, вот у всех команд какой-то вот такой пинг не маленький, знаете, за 50. Это, поверьте, тяжело такое играть. Не всегда приятно. Немножечко по-другому, чем на лане. Да немножечко так, довольно по-другому. Ну вот простые раунды пошли. Вот от ВП поджим. Просто заходит вот игрок с Б, срам, поджим. И его никто не смотрит. О чем может быть речь? Минус от Лекса. Здесь в атаке просто команда ТМС. Я говорил то еще в прошлой половине, что скорее всего им будет очень тяжело. Но, конечно, всем команда, всем фанатам ТМС будет очень приятно, если ТМС начнут рулить за атаку. Но ВП очень сильно собрались. ВП хотят выйти, и ВП, по-моему, сегодня на победу просто играют. Бомба установлена. 4-3. И нужно выбивать. Минус от Фина. 4 на 2. Рома и Шара остаются. Минус Шара. Остается один Рома. Плант на бета стоит. Вот умер один на улице, один на апленте, когда бомба стояла на бэй, команде нужно было вот именно выжить. Миссия каждого игрока была выжить. Ой, ВП понимают, что они тут нафейлили. И вот тут сейчас вопрос, прикроют нелепость или нет? Ну, конечно, вот сейчас... Ладно, ладно. Я не буду ничего Ромчику говорить. Но... Смешно выглядела эта ситуация, когда он выходил из-за угла. В принципе, у него шансы были отличные. Ему просто нужно было выйти и за какой-то там полсекунды снять игрока, который диффузит плант. Ему ничего не нужно было там никого там перестреливать, убивать. Просто убить того игрока, который диффузит плант, и все, он выиграл раунд. Там дальше уже никто не успел раздиффузить. Но Рома что делает? Он просто включает фонарик, и его видно просто через стену, с какой стороны он будет выходить. С какой стороны он выходит. Это, конечно, белорусские фонарики, они продолжают порой ломать мозги игрокам, но они, конечно, жесткие. Такой неподходящий момент был включен фонарик. Да, вообще, я советую каэсерам отбиндить эту кнопку просто долой, потому что вот такой фейл, потому что кнопка F очень близко. И такой фейл происходит. Это просто жесть. Ну, а если по матчу говорить, то ВП просто доминирует сейчас в защите. ТМС нет раундов в атаке. Им сложновато вообще дается эта карта. Видимо, на чемпионатах они как и Нави ее постоянно черкают и не играют. Ну вот что-то, подождите, что-то получилось. Шара и Ромчик сделали минуса, поймали поджим рамп. Тут еще двое на Б. Ого. Ну вот не знают, просто вот не знают. Нет опыта их на нюке, видите, вот не так много, по крайней мере. И все не получается у ТМС. Вряд ли они эту игру вытащат, но вот смотрите, что происходит. Трансик делает еще минус, уже в большинстве ТМС, и, наверное, это будет первый раунд в атаке для украинцев. Хотя вот привет от нелепости, не будет первого раунда. Ну вот, у меня никаких комментариев вообще нет, но вот по поводу ТМС, вот они немного, вот, по-моему, немного рассеяны вообще. Оба матча и с алхимиками, и сейчас вот ставится бомба. Ну куда? Ну, скорее всего, вот нужно смотреть именно в этот канал. Либо игроку, который ставил, ему нужно было не рисковать, а ставить с другой стороны тоже. Тоже вот такой вот. А игрок просто вот нелепость поднимается с канала, делает минус возле ботки, делает минус слева. Вот второй его не слышит, пока тот убивает одного игрока, даже не разворачивается и не убивает. Ну, может быть, я какую-то флешку, конечно, пропустил, но мне не кажется. Мне кажется, что здесь чисто фейлы от ТМС. Фаста, ну ничего себе. На улице сделали два минуса, вышли на точку. Теперь 3 в 5 вот еще осталось ТМСам раунд отдать. Они, по-моему, никогда не смогут вот... На этом нюке взять хоть один раунд. Вот поймали одного. Осталось четверо. Бомбу поставили. Хорошо, доезжишь. Но теперь очень важны фраги. И очень важно игрокам ТМС не умирать. А это самая, поверьте, самая сложная задача. Нелепость проверяет угол. Вот уже на канале убили. Уже 3 в 3. Нелепость уже в будке. Ой-ой, он, по-моему, в кого-то попадает. Достает игл. На него выходят двое. Все, дает он, знают, где два последних. И вот тут важен был Финн, но он... Он пошел в дверь, получил по лицу, а Вовкин просто закончил все суицидом и спрыгнул с рамп, разбил себя об нюк. Ну, бывает. Седьмой раунд для ТМС, первый раунд в атаке. Может быть, конечно, всегда. Всегда магия камбэка интересна, но, наверное, не сегодня. Ой, я случайно забрал раунд. Ребята, извините. Вернем раунд ТМС. Я не хотел, ребята, у вас раунд забирать, вы уж поймите меня правильно.
минус от Лекса. Смотрим, раунд продолжается. Здесь мы видим Дигл у Талисмана. И, ну, есть девайс. Минус от Колесникова. Смотрим, что, ну, вот, вот тут тусовка. Просто происходит тусовка в атаке. Вот тут просто, вот я туда пойду, я туда. А там после фрагов уже ребята думают, что как заканчивать раунд. Но как начать, по-моему, они немного его не знают. Очень важный минус от Рансика. Дальше, ух, не убил, по-моему, но его уже поймали. И что, 15 раундов у Virtus.pro уже есть. Так что это все жестко. И у них уже очень много матчпоинтов. А именно 8. 8 матчпоинтов. Ну, я думаю, что теперь уже Virtus.pro поборется за выход из группы. Вместе с командой Алхимики. Ну, а ТМС, конечно, скажем большое спасибо за выступление в Intel Challenge. Они нас порадовали в этой группе. Они единственная команда, которая смогла обыграть команду СК. У СК 5 побед и поражение от ТМС. Они сыграли очень интересный матч с Virtus.pro. И тот, вот сейчас, вот знаете, вот можно отслеживать, где чего не хватало ТМС. Вот матч первый с Virtus.pro. Счет был 13-12 на трейне в атаку, и команда не смогла с такого счета, ну, банально взять 3 раунда в защите на нюке, ой, на трейне, 3 раунда в защите на трейне, то есть, из 15, то есть, ну, тут много фейлов, предыдущий матч вот с Алхимиками, то есть, ну вот тут-то и сказывается, и мы понимаем, что миксом надо играть командами, надо, чтобы было все точно сложено и просто идеально. Вот надпись мне на экране сейчас не очень понравилась, но, в принципе, теперь она ясна. Победа команды Virtus.pro, мы их поздравляем, и теперь в этой группе будет жестокий замес. А какой именно? Сейчас у команды Virtus.pro уже становится 7 очков. Они выходят на второе место, ТМС пока что на третьем. И вот теперь, если, ну, вот теперь Virtus.pro хватит ничьи. Если Virtus.pro играют ничью с командой Алхимики, они выходят дальше. Если побеждают, то тоже выходят дальше. Если проигрывают, то там уже, наверное, вот будет, честно, я не знаю, как будет это все считаться, но если Алхимики обыграют Virtus.pro, то и одной, и второй команды будет по 7 очков. Там уже решат все раунды, либо личные встречи, я это точно не знаю. Ну, в общем, задача простая, у Virtus.pro выиграть сейчас свой матч у ТМС. Ребята, стоп-старт, и я скоро вернусь на третью сегодняшнюю игру к вам.